Всем привет, друзья! Как у вас дела? У меня дела отлично. Я сейчас собираюсь делать уборку своей новой студии, раскладывать все вещи. Но это больше даже не уборка будет, а раскладывание вещей по новым местам, потому что уборку и разбор своей студии я уже делала до переезда, и сейчас мне останется только вот эти вот все вещи разложить еще раз, но уже в новом порядке, здесь, в этой комнате. Поэтому решила, что, возможно, это будет вам интересно. И на ускоринку поставлю, тык-тык-тык-тык-тык, прям буквально за там несколько секунд здесь у меня будет порядок, но для меня это, конечно же, будет как минимум часа три. Поэтому я сейчас поставлю на своем ноутбуке какой-нибудь сериал, а так как я не выбрала, какой я буду сегодня сериал смотреть, значит, это будет автоматически либо клон, либо великолепный век на фоне, как обычно, как всегда. Кстати, здесь у меня какая-то странная лампочка, она вообще холодного света, но до этого у меня была большая, прям, наверное, раза в три мощнее и больше в другой своей комнате, но я решила пока не менять, посмотрим, потому что та немножко желтила видео, а здесь вот прям, ну вот как она есть, цвета не меняются. И заодно вот здесь вот диванчик нужно будет как-то красивенько оформить. Вот из-за того, что вот эти вот два шкафа были соединены декорациями, пришлось их все снимать, эти декорации, и теперь как бы по новой все это делать. Мы, кстати, с Каролиной сейчас вот эту книжку, у нас буквально там немножко осталось, мы все по несколько страничек читаем-читаем, и никак до конца не дочитаем. У меня здесь, кстати, стоит кнопка от YouTube, от одного канала и от второго канала. А у Вики как не было кнопки, так и нет. Я не знаю, что там у нее на канале, она как бы тоже не знает. На канале уже далеко не 100 тысяч, но при этом кнопка ей как не была, так у нее ее и нет. В принципе, дела идут очень даже хорошо. Серж мне тут сделал по новый фон. Я достала новую светодиодку. Она меняет цвета. Сейчас я найду здесь. Так. Главное, чтобы пульт работал. Куда-то там нужно направлять. Вот. Кто это может нам звонить так поздно? А, это курьер. И сейчас Серж еще вот эту вот кровать, диван мне сложит хорошенечко, чтобы ничего не шаталось. Вот, и поставим в уголочек сюда. Пока вот так вот выглядит. Классно, светодиодка. Хорошо светит. Но не такая яркая, как была до этого. До этого у меня вот это было, оно водонепроницаемое, но слишком толстое. Вот это прям идеально. Серж говорит, диваном мало пользовались, поэтому что? Ну, он такой здесь. Деревянный. Точнее, слишком воздушный. То есть на него садишься. Я уже постелила сюда икеевскую. А, как? Ну, вот эту вот вещь покрывала. Да, у меня уже крыша едет. Вот, я в прошлом году два таких покупала. На диван стелила, когда уже осень была и так далее. Ну, это чисто такая сезонная вещь. А так на этот диван отдельный чехол мы почему не взяли? Потому что там все были какие-то некрасивые. Но в этот раз, может быть, они там что-то обновили, не знаю, нужно бы съездить, посмотреть. А сюда, мне кажется, он идеально вписался. Всем еще раз привет. У нас на улице идет дождь ужасный. Из-за этого сейчас темно, несмотря на то, что уже утро. И мне приходится включать свет, потому что вот эта комната находится на другой стороне квартиры. И получается, что здесь солнце приходит только во второй половине дня. А я привыкла, что днем светло, а потом с вечером вечереет. И я завязала волосы, смотрите, первый раз с такой короткой длиной завязываю волосы. Естественно, вот эти вот, они не захватываются, только такая получилась мальвинка. Но вроде бы неплохо, то есть собранные волосы мне тоже, в принципе, идет. И скоро начнется у меня уже тот период, знаете, когда вот очень сложно будет отращивать волосы, потому что они будут так вот ломаться здесь, загибаться. Но ничего, я уже твердо уверена, что буду теперь отращивать свои длинные шикарные волосы. И пока красить их не буду. Тут мне курьер приносил посылочку. Сейчас хочу вместе с вами открыть ее. Я точно знаю, что там книжки, которые я не так давно заказывала. Сейчас
ножик возьмем. У меня этих ножей, знаете, повсюду, по всей квартире, чтобы в любом месте я могла взять. И, кстати, очень часто нужны, оказывается, не только для того, чтобы там посылки открыть, но и какие-то отрезы штучки, дырючки. В этот раз всего 3 книжки заказала, и смотрите, какие огромные. Вот эта вот прям очень-очень большая. Называется «Реки. Путешествие к океану сквозь страны и континенты». Это мы, конечно же, будем с Каролиной смотреть, разглядывать, читать. Мы в последнее время с ней очень часто что-то читаем. Там вот эта вот книжка «Как работает наука». Я вообще-то думала, что она для более маленьких детей, и что мы будем вместе с Каролиной это все читать. В принципе, здесь она такая красочная. Ну, то есть, это, знаете, все то, что проходит в школе, но только более упрощенной и объединенной форме здесь. И вот я с Каролиной тоже это решила почитать. Потом почитаем, но, наверное, в самую последнюю очередь, потому что она какая-то очень большая оказалась, я не ожидала. А вот эта вот очень классная тоже книжка. Знаете, это детская энциклопедия «Увлекательная астрономия». Очень классные вот такие вот книжки, где... А видите, больше картинок, но при этом и текст есть, и в такой развлекательной форме можно что-то там почитать, узнать интересного. Сняла я пленочку здесь. Вот это вообще крутая, конечно. Я в шоке от размеров. Вот, классная тоже книжка. Видите, как карты сделаны. Здесь вот можно почитать с Каролиной. Сразу вот она наглядно это все видит. Это как раз-таки вот для ее возраста и немножко постарше для детей. Те, которые постарше, сами могут читать, а такие, как Каролина, например, с родителями. Это все книжки из издательства «Миф». Ссылочки на них я вам оставлю в описании. Если будет интересно, посмотрите. В принципе, мне пока нравится, как... Мы здесь с Сержем разместились в этой спальне. Ну, то есть, нет такого ощущения, что здесь меньше места как-то, потому что, как я уже говорила, в принципе, в спальне, что здесь много места, пространства-то и не нужно. Выключи! Каролина боится прививку. Мама, выключи! Я сказала Каролине, что завтра мы пойдем делать прививку. Она говорит, а что, говорит, будут анализы брать, говорит, или что-то мне вкалывать будут? Я говорю, вкалывать будут. Но ничего. Прививку нужно делать. К тому же, вообще сказали, что в школе должны делать, но в школе сказали, делать не будут, идите, делайте сами, но потом обязательно нужна справочка. Мы-то делаем прививки, но просто мне интересно, есть же люди, которые категорически против прививок, тогда что, их в школу не пускают или как? Напишите внизу в комментариях, те, кто прививки не делает, у вас требует это или нет? У меня, кстати, спрашивали... Ну вот вы делаете прививки, и дальше что, вы не болеете? Нет, мы, в принципе, ну как сказать, не то чтобы не болеем, если болеем, то не так тяжело. Ну, то есть от прививки хуже нам не становится. Не было такого, что вот мы сделали прививку, еще хуже там. Каролина, кстати, искупалась с погружением. Посмотрите, у нее как волосы уже отросли, такие длинные, я ей уже хвостики, ну, завязываю и косички плету. Каждое утро делаю Каролине. Раньше не нравилось, когда я косички плету, а сейчас каждое утро говорит: мама, сегодня у меня косички. Сегодня у меня косички. Ты взрослая стала. Мама! Что? А почему тебе делали две прививки к школе? В школе много еще прививок буду делать. Мама, а где моя прививка? Ну там где-то. Смотрите, у Каролины на носу какой-то синяк. Я говорю, ты что вот там? Он. Как ударилась или что? Говорит, ничего вот не делала, вот, сам мама, синяк вы вышел. Именно вот эту же точку? Угу. Или ниже точки? У меня 3 таких. Ну-ка. Вот, да, видите, у меня целые 3 штучки. Как 3? 3 муравья. 3 муравья? 3 муравья поехали. А, нет, 3 медведя поехали на машине, но вдруг они воткнулись и появились 2 дырки. Ой, 3 дырки. 3 медведя ехали на машине. Вдруг первый воткнулся куда-то, а второй воткнулся чуть попозже. Третий воткнулся, все они застряли. Остались там, почти навсегда. У меня здесь есть целая стопочка фотографий, которая висела вот там на стене, но только в другой комнате предыдущей. Вот мы сняли эти гирлянды, и они остались. Я вот пока еще не знаю, что я буду с ними делать, потому что мы уже как-то не собираем бумажные фотографии, только вот если Каролина там где-то фотосессии и так далее. А так, ну как бы нет. У нас есть там архив, целый чемодан,
Ну и потом, когда уже пошли цифровые фотки, мы уже все перестали вот это вот все печатать. Это мне просто нужно было, я печатала. Пока оставлю, там видно будет. Уже все спят, а я здесь думаю, чтобы мне попить такого. Сушняк что-то такой ужасный. Потому что отопление, видимо, нужно включать увлажнитель. Знаете, покупали вот этот вот сок мультиовощной со свеклой, и он оказался такой классный, такой вкусный. В общем, мы с Сержем очень любим, знаете, томатный сок и немножко с солью. Прям обожаем. В самолетах особенно я пью всегда томатный сок и прошу соль, потому что тогда меньше тошнит и не укачивает так сильно. А вот этот вот, он по вкусу, я не знаю, как томатный, но свеклы вообще не чувствуется. И как бы остальные овощи тоже не чувствуется. Вот. А, ну потому что в составе на первом месте томатное пюре. Да, надо было сначала состав прочитать. Ну, классный сок. И соль, кстати, здесь прям в самый раз, можно не подсаливать. Все уже давно спят, и я только что закончила. Там мне нужно было видео домонтировать и так далее. И еще меня спрашивали, что это такое у меня здесь на шее висит. Об этом я чуть не рассказывала или рассказывала, может, в Инстаграм, уже не помню. Это подвеска золотая, относительно недавно она у меня появилась. И цепочка 40 сантиметров всего. То есть я мерила цепочку 45 сантиметров, но она оказывалась слишком длинная. Я не хотела, потому что она тогда под одеждой. Я специально 40 сантиметров взяла и подвеска буковкой В. Вот мне нравится то, что она такая вот, ну, завитушками красиво смотрится. Мне нравится вообще, вот просто обычные цепочки, еще с детства, мне мама золото, когда покупала, когда я маленькая была, всегда вот привлекали именно тоненькие цепочки, а не вот такие вот собачьи цепи, и мне не нравится вот этого, вот как это, вязка, плетение, обычное такое, знаете, вот хоп-хоп-хоп-хоп, мне почему-то это напоминает собачью цепь, не знаю. Вот, и сейчас я тоже пойду, наверное, отдыхать, потому что завтра нужно будет достаточно рано встать в поликлинику сходить, и мне тоже нужно будет сделать потом прививку, но это уже я сделаю в другом месте, скорее всего. Поэтому ставьте пальчик вверх под этим влогом, если он вам понравился, смотрите предыдущие, если вы их пропустили, и увидимся с вами уже завтра. Всем удачи и всем пока-пока!